Итак, всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон, ребята, и добро пожаловать на новый сервер, который открылся... какого там числа? 9 числа, да, в воскресенье. И, в принципе, ребята, я не знаю, слышали ли вы или нет, но я уже давно планировал открыть этот сервер, то есть... Я уже говорил и на своем первом сервере, да, но я не знаю, знаете ли вы, в курсе вы или нет. Ну, да чего-то это стекло всегда залагивает. Так, ну фиг его знает. Так, ребята, вот спаун, который мы построили вручную, то есть вот это все мы строили вручную, тут с пару людьми, мы не копировали, не качали другие карты, не вставляли, а пару дней мы вот это все строили, конечно, еще до конца не достроили, вот тут мы стадион начали строить, но еще не завершили. Ребята, это новый сервер на новой версии, и вот это такая ознакомительная серия, если вы хотите играть, можете зайти, ребята, сразу говорю, что сервер платный. Если вы помните, не нужно сразу говорить, о, платный сервер, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ребят, если вы помните, если вы играли, у меня давно был платный сервер, тоже на этом проекте, но прям, я не знаю, когда, как давно он был, но очень давно. И тогда стоило 250 рублей в месяц, чтобы вы смогли играть на этом сервере. На том сервере. Нужно было платить 250 рублей, чтобы играть на том сервере. Но сейчас, ребята, вы платите только 150 рублей. То есть я так решил, что нужно урезать цену, чтобы не было 300 рублей, не было 250, так как это много, а было 150, так как это еще меньше. Ребят, не нужно говорить, что я тут скопировал вот эту идею сервера еще у кого-то, что вы видели где-то. Ребят, у меня этот сервер был очень давно. Ну прям я не знаю точно, но очень давно у меня был такой VIP-сервер, когда я еще только пришел на комплекс этих серверов, у меня он был. Но потом я почему-то перестал на нем играть. Сейчас я опять решил на нем, ребята, поиграть. И не поиграть, а открыть еще раз такой сервер. Но сейчас, как вы видите, все дешевле. То есть тогда было 250, сейчас 150. Вы можете уже зайти, ребята. Как вы можете играть на этом сервере? Вы можете посмотреть в описании, или я сейчас вам расскажу. Давайте как раз пробежимся по всем точкам. Вот такой, ребята, у нас спаун мы построили, да, сверху вот как он красиво выглядит. Вот спаун, вы появляетесь вот тут, на спавне. И давайте побежим. Ух, это стекло, я не знаю, почему-то иногда оно вот так залагивает, что нельзя вот так пробежать, оно толкает тебя. Ну, иногда это перестает быть, я не знаю, почему это такое. Ну вот, ребята, бежим прямо. Стекло, давай без этого. Ну, фиг его знает, почему. Ну вот, видите, ребят, мы бежим, тут такой парк сразу около входа, да, то есть дорога, мы можем сюда бежать, прямо вот это все. Хотя нет, давайте не в эту сторону, давайте лучше в эту. Ребята, как играть на этом сервере? Так же, как и тогда было. Вы заходите на сайт, тоже ссылочка в описании, если вы не знаете, авторизуетесь на сайте, то есть создаете свой аккаунт, заходите в свой личный кабинет. Пополняйте себе там счет, ну, на 150 рублей, например, да, играть на этом сервере. И заходите в раздел донат, и там, ребята, покупаете пропуск на этот сервер. Я не говорю, что... Я вас не заставляю, ребята, просто то, что я говорю, что я тут буду играть, я буду играть на этом сервере, я буду прокачивать покемонов. Если вы хотите, можете поиграть со мной, так как это было на предыдущем сервере, который у меня точно такой же сервер был очень давно. Сейчас, ребята, я расскажу, какие тут... особенности этого сервера и все такое. Но давайте сначала вот сюда, тут магазины, да, будут, вот такие палатки мы сделали. Еще, конечно, не всех магазинов я успел. Что это я открыл? А, ящик. Не все магазины я успел сделать, да, вот тут покупка покеболов, продажа покеболов. Тут еще куча магазинов будет. То есть, видите, тут я лечилки не сделал, тут я сделал, что можно уже покупать шерсть, да, можно. Тут я еще не сделал. И тут я тоже уже сделал. Вот тут продажа различных вещей. И тут продажа различных блоков. То есть эти все палатки еще будут заполняться. Но о другом, ребята. Вы заходите, покупаете себе пропуск и все. Вы качаете лаунчер, если у вас нету. Потом выбираете в списках серверах не Amazing Pokeworld. Это мой первый сервер на старой версии. А вот этот, Pokeworld Special, это на новой версии, то есть самая новая версия, которая только есть, ну,
Пиксельмона, да, и то есть новая версия Майна 1.7.10. Вот, это, в принципе, вот тут, и тут уже можно играть, если бы еще не вот это стекло. Ну все, ребята, тут, в принципе, уже можно играть, вот туда нету смысла бежать, там ничего нету, но давайте покажу, что там хотя бы что-то есть, да, то есть потом подъемчик туда будет, там что-то можно будет строить. Давайте бежим к стадиону, который еще не достроен, так как мы просто не успели его достроить. И все, ребята, вот как я говорил, заходите в лаунчер, выбирайте, можете играть. Особенности сервера, ребята. Новая версия Pixelmon самая новая. То есть, я еще раз говорю, нельзя установить новую версию Pixelmon на старый сервер, потому что нельзя, нужен вайп. А есть такие люди, которые пишут, что вот, нужно новая версия, установить уже новую версию, а после того, как узнают, что нужен вайп, уже не хотят новую версию, потому что вайп, это полностью все покемоны пропадут и просто вайп. Поэтому... нету смысла. Вот, ребята, стадион, который тут строится. То есть вот тут вход, да, тут пишет, что стадион находится в стадии постройки. То есть его там строят, но еще не успели. Ну, еще не достроили, вот он там строится. Стадион. Давайте бежим дальше. Особенности сервера, ребята. Так и говорил, новая версия Майна. Тут приблизительно в 3-4 раза увеличен спаун покемонов. 3-4 раза. Если на предыдущем, на первом сервере, у меня на первом сервере, например, там... Ну, давайте числами, например. Если там на 100 блоков спавнится 20 покемонов, то тут на 100 блоков может спавниться где-то 50 покемонов. То есть, это для одного игрока. А если, например, предположить, что тут 50 игроков на сервере, то сколько покемонов будет спавниться? Главное, чтобы не лагало, да? Плюс к тому, ребята, тут очень много шайни. Тут я забыл это построить, то есть вот эту дорожку. Ладно, потом построим, где я еще забыл. Нет, только вот тут. Ну ладно, это мы потом построим. То есть я говорю, мы так строили, может что-то не успели, это мы не копировали, это мы просто руками все строили. Давайте к этому сейчас придем, давайте я пока еще расскажу об особенностях сервера. Очень большой спан шайни, то есть когда мы строили вот это, то... спавнилось по 2, по 3, по 4 шайни, и только на мини-карте можно было увидеть, что в трех углах есть шайни. То есть, один человек за то время, пока он строил со мной вот этот спаун, за 2 дня словил себе приблизительно где-то 20 шайни. Шайни Иви там, шайни... короче, еще кучу всяких шайни, вроде шайни... Ну, не помню, но шайни Иви была 100%. Дальше, ребята. Платить, да, ребята, 150 рублей в месяц, так как я говорил, но тут есть такая система, что вы получаете за 150 рублей, которые вы заплатите в месяц. Вас никогда в жизни не обманут на этом сервере. На этом сервере просто строгие правила. Если вас кто-то обманул на сервере, ему сразу... Но его просто сразу удаляют с этого сервера, он не сможет играть на этом сервере больше. Потому что, когда он заходит на сервер, ему сразу говорится, что нельзя обманывать. То есть, если он хотя бы когда-то там, у него появилась небольшая возможность кого-то обмануть, если он обманет, его сразу выкидывают с сервера. Если вас загриферят, это еще сейчас будет отдельная тема. Вас тоже никогда не загриферят. Если кто-то где-то чем-то занимается тут гриферством или еще что-то ломает, куда-то проникает в ваш дом, тоже сразу удаляют сервер, и он не сможет тут играть. Если вы видите где-то маты в чате, человеку дается одно предупреждение, что не матерись в чате, то есть на этом сервере нельзя материться вообще. Если человек один раз... заматерился, то есть он не знал или там забыл, ну что-то такое, да, или выскочило у него, ему предупреждение. Если еще раз кто-то увидит, что он матерится, его тоже удаляют с сервера, и он тоже не сможет играть. То есть за 150 рублей, которые вы платите, чтобы играть на этом сервере, вам гарантируется максимальная комфортность, то есть вас не будут гриферить, вас не будут обманывать, вас не будут доставать, вас не будут, обзывать и все такое. Это во-первых, ребята. А второе то, что если за вами не будет замечено никакое нарушение правил, если вы будете помогать там серверу, да, там иметь большой онлайн, если вы будете помогать другим игрокам развиваться, то для вас может выпасть такая, как это называется, такая возможность, что следующий месяц для вас будет бесплатным, да? То есть, если за вами никто не замечал
матов, обманов, гриферства и всего такого, то увидим, что вы хороший игрок, что вы помогаете другим людям, что вы не обманываете, что вы можете нормально играть, то для вас предоставляется возможность играть бесплатно на этом сервере, не платить, ну или там один месяц бесплатно, потом еще один месяц бесплатно, это уже зависит от вас, как вы будете проявлять себя на этом сервере. Во-вторых, ребята, еще по поводу гриферства. На этом спавне, вот эта территория спавна, вас тут вообще никак не загриферят, тут просто нереально территория спавна, не спавна, а привата. Ну, как бы спавна тоже, да, приват же на спавне, где вот тут никто вас не сможет загриферить или еще что-то сделать. И вот эти дома я сам специально строил, тут три дома, ребята. Вы можете купить этот дом там, я не знаю, за какую-то стоимость, да? Или, например, вам может выдаться этот дом бесплатно. Так и говорил. Если вы адекватные, не обманывайте, не материтесь, помогайте другим игрокам, вы сможете выиграть бесплатный месяц игры на этом сервере. Также вы можете выиграть вот дом на спавне. Вот, то есть дом, который я сам построил. Три дома в одном большом доме, да, то есть это вот этот большой дом, ребята, вот этот большой дом, это не для одного игрока, это три разных дома, но как бы это можно сказать отель, то есть вы можете тут жить, рядом с вами может еще один игрок жить. Вот домишко, ребята, который я строил сам специально для этого, то есть тут есть второй этаж, вот картина, вот и мягкая игрушка, тут есть кровать, но она пропала, ну ладно, это мы потом поставим. В обычном сундуке тут должен быть эндер-сундук, ну ладно, это мы потом поставим. Люстра, и тут еще подъем на третий этаж, то есть это, как это называется, ну крыша, да, как бы, и тут еще больше места, наверное, чем на другом этаже. То есть вы это можете, что хотите туда поставить, и это как бы вот тут три дома, вы можете жить рядом с другими игроками прямо на спавне, потому что смотрите, какой тут большой спавн. Начиная отсюда, да, вот эта точка. Начиная отсюда и вот до сюда, до этой точки. До этой точки. И вы посмотрите, если взять траекторию этих двух точек, то посмотрите, какой большой спаун. 1000 блоков во все стороны приблизительно. То, что, можно сказать, закакивать тут регион никак не будут, потому что есть такие люди, которые вот спаун. И сразу на следующем блоке они ставят свою территорию, сразу же притык со спавном строят домы. И поэтому так вокруг спавна вот это все загадывают, и потом вокруг спавна их не домы получается. Но тут такого не будет. Это во-первых, да? То есть вот эти дома вы можете выиграть, там еще точно такой же дом, потому что я это долго строил, не хотел еще какой-то другой строить. Вот. 6 домов, можно сказать, и любой игрок может выиграть допуск туда или купить его и поиграть. То есть жить в этом доме, да, я тоже где-то тут буду жить, но сама суть, что вы можете жить на спауне и быть полностью в комфорте. Вас никогда не загриферят на спауне, потому что вы живете на спауне, да. И сама суть того, что вы живете на спауне, вам тут рукой подать до спауна, вы можете прибежать, купить себе все, что необходимо, и пойти дальше ловить покемонов, или пойти домой, и вот, тут спаун, и ваш дом прямо тут за рекой, и все. И вы можете быть спокойными, что вам не нужно лететь куда-то в другой конец карты, чтобы найти себе какое-то офигенное место для дома или построить себе дом. Вы сразу можете получить готовый дом, и это может получить, ребята, любой игрок. Еще плюс, каждую неделю случайный игрок получает шайни покемона. Это такие конкурсы, например, если там, ну, какие-то игроки на сервере, да, один игрок каждую неделю может получить любого шайни. То есть или шайни Маткипа, или там шайни Пикачу, или шайни Чармандера, или шайни там Торчика, любого покемона, или там шайни Дратини даже, шайни Зору, а короче любого покемона, который вам выпадет, вы можете получить, и как вам повезет, можно сказать. Но сама суть, что можете, вы можете так просто играть, ничего не заподозрив, пум, вам появляется шайни, там шайни, я не знаю, шайни, фиг его знает кто там. Ну какой-то, ну шайни Дратини, да, например, вот. И появляется, ух, новый покемон. Плюс к тому, ребята, смотрите, телепорты. Тут есть, что вы стоите на спауне, да? Вам нужно идти куда-то прокачаться.
И тут для вас открыты все биомы, которые вы хотите тпхаться, кроме глиняной биомы, потому что... Глиняного биома, потому что я его вообще никак не могу найти. Сколько мы тут искали, вообще не нашли. Это такой биом, что хрен спавнится. Мы уже находили, смотрите, какой биом мы нашли, ребята. Где он? Где это? Вот. Вот этот биом. Если вы узнаете, если знаете, что это, то это зимний биом с огромными такими скульптурами с льда, то есть большими такими длинными палками льда, что-то такое, как бы снежный биом с льдом, вот он. Тут обычный, а тут вот такой. Это, мы уже даже этот биом нашли, но глиняный мы никак не нашли, потому что хрен его найдешь. Но даже суть, вы можете случайным образом получить там шайни багона с этого биома или сами найти этот биом. Смотрим, ребята, как оформлены телепорты. Вот мы тпхаемся. И вот такой, ребята, мини-спавник на болоте, да? То есть мы тпхнулись в биом, вот, биом для вас. Болото, вы тут можете половить покемона, да? Словили какого-то покемона, который тут заспавнился. Идем дальше, там, идем в горы, да? Вот, сейчас мы в горах. Тоже оформленный спаун вот такой, вы можете тут половить. И идем дальше, там, в джунгли. О, видите? Не успел прийти, и тут уже... Шайни Лапрас! Я хочу Шайни Лапраса. Только где он? Я что-то его не вижу. Вот он, Шайни Лапрас. Видите, я только тпкнулся, уже Шайни Лапрас, которого я вообще никогда не находил. Вот уже он тут стоит. А, дальше. Тпхаемся. Тпхаемся в зимний биом. Мы были? Нет. Вот, зимний биом тоже оформленный. Зимний биом, дальше тпхаемся в зимний лес. Тоже, вот тут зимний лес у нас идет. Тоже все оформлено, то есть мини-спауны такие, тут все запривачено, никто не сможет поломать этот мини-спаун. Дальше, зимний биом, идем в лес. Да, вот он лес, тут и равнины вы можете поискать. Допустим, да, вот тут все. Дальше идем пустыня. Вот. Вот, кстати, что я хотел, вот сразу с пустыни тут у нас деревня. О, там еще и сокровищница, видите, вот там, ребята, я это и не видел, вы можете туда пойти, если успеете, будет вашим что-то. И вот смотрите, в новой версии какие фишки добавили. Че я выиграл? Crown Gem. И это не пропадает, то есть любой вроде может сюда прийти, вот это забрать, только я вот не знаю, зачем это. Это тоже нужно будет потом разобраться, да? Тут еще есть такие всякие вот мини-данжи. Вот там еще один. Тоже можно что-то забрать с него. Ну ладно, идем, ребята, дальше. Где мы еще не были. Лес с большими дубами. Вот он. Тоже тут построено все. Вы можете сюда перейти и половить тут покемонов. Дальше. Пустыня мы были. Тайга и равнина. Вот. Тоже тут у нас тайга. И тут у нас равнина, да, то есть дальше, где мы еще не были. Ну все, ребята, идем мы к продавцам, да, вы можете сразу тпхнуться на спаун, и тут продавцы. Или можете тпхнуться прямо на спаун. Вот сюда. Все, ребята, я рассказал самые такие подробности сервера, если я что-то забыл, то... Не знаю, вроде ничего не забыл, то есть все сказал, что мог. Если хотите, я, ребята, не заставляю, не нужно говорить, что вот платный сервер, не мог ты создать там еще один бесплатный сервер. Ребята, я хотел поменять версию мода, но это говорю, это уже, можно сказать, открытие еще одного сервера, потому что нужен полный вайп, и за полный вайп все покемоны ваши пропадут, вся карта обновится, все ваши ресурсы пропадут, и можно сказать, это просто переоткрытие сервера, а не перенос на новую версию. Если потом все будут за перенос на новую версию, без проблем. Но сейчас те люди, которые донатили, те люди, которые там сидят, и у них там есть все покемоны и все сотого уровня, как-то не очень. Тем более на том сервере куча гимов мы настроили, и там куча людей играет на нем. Поэтому не всем будет приятно потерять всех покемонов. Да, есть люди, которые только приходят на сервер, у них там 10 уровень, и они сразу начинают флудить. Давай переходи на новую версию, что ты ждешь? Давай переходи, чего ты ждешь? А тех других, у кого там все покемоны сотого уровня, или они там гейм-лидеры, или еще что-то, о них не думают. Поэтому тоже, ребята, поймите. Этот сервер создан, ребята, еще... О, точно, вот что я забыл. Платный сервер потому, чтобы я тоже смог играть. Почему вот это иногда
Вот. Платный сервер для того, чтобы я смог играть. Если, например, на первом сервере я никак не смогу играть, потому что как я только захожу на сервер, сразу начинается флуз. Флут. То есть тебе сразу пишут: дай мне покемона, дай мне там Мьюту. Не буду я же я всем муты подряд давать, да? На начале сервера, когда он только открылся, да, я хотел играть на нем, я даже начинал играть там одну-две серии, но не смог. То есть, как только я захожу на сервер, начинается флут. О, ну чё там, есть переход на другую версию, будет ли переход потом. Дай мне Мьюту, пожалуйста, дай мне Мьюту, потом еще что-то, потом дай покеболов, ты чё ж мод, ну дай покеболов. И так, я даже не смогу играть нормально. Если я, например, там буду ловить покемонов, за мной будет 20 человек бегать и мешать мне играть. А вот тут никто мне не будет мешать играть, тут я буду играть, тут будет, можно сказать, дополнительный сезон, вы можете зайти, можете вместе со мной поиграть. Если хотите, я, ребята, все объяснил. Это такая вводная серия, где я буду играть, чтобы вам просто объяснить. На этом, ребята, давайте закончим. В описании есть то, как вам установить, как вам зайти, как вам купить и все такое. На этом, ребята, мы закончим прямо тут на спавне. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если хотите играть на этом сервере, я вам объяснил как. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.